Таким образом, при Петре Первом победы на море были достигнуты не его новым парусным флотом, а старым грибным. На сегодня все. Любите страну. В следующий раз я буду читать на 5 минут дольше. А на сегодня разбавлюсь. Масло. От души, братуха. Ага, давай. Сегодня состоится столичная дерби ЦСКА «Спартак». Ожидается 70 тысяч болельщиков.